Всем привет, друзья! Сейчас я в этом видео покажу вам два движения с шестом, которые я обсуждал в предыдущем видео. Потом была маленькая коротышечка, и в этой коротышке я показал с поворотом корпуса два движения, которые мы связываем воедино. Начинаем работать сначала с шестом. Пристрелочный вариант для того, чтобы не ударить себя по ноге, почувствовать снаряд в руке, поработать чуть-чуть, разогреть мышцы для того, чтобы, не дай бог, себя не повредить, не нанести себе увечья. А потом, когда мы разработали мышцы, мы начинаем делать наше движение с шестом уже в повороте корпуса. Как это делаю я? Это, конечно, не идеал, но все-таки, тем не менее, начинаем переднее вращение с переходом за спину. И вот таким вот образом мы работаем эти движения. То есть, когда мы выводим шест спереди назад, мы, перехватив шест руками, разворачиваемся в сторону и начинаем работать с шестом уже другой рукой. После того, когда мы сделали несколько вращений шестом, мы перехватываем шест и возвращаемся в исходное положение. Давайте попробуем сделать это еще раз. Если кто-то желает вместе со мной, пожалуйста, хватайте шест и работайте. Примерно вот так. Тренируйтесь, занимайтесь, и у вас все получится. Потому что, как в поговорке, под лежачий камень вода не течет, так и в реальной жизни, если вы не будете двигаться, быстро придет ваше тело в негодность. Всем удачи, пока. Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться видео с друзьями, поставить лайк и оставить свой адекватный комментарий. Удачи!